Ежегодно со 2 мая по 1 июня в Беларуси проходит регистрация на централизованное тестирование, которое в связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году несколько изменилось. Те, кто собираются в этом году сдавать тесты, могут пройти регистрацию онлайн. При этом обращаю внимание абитуриентов, что когда они получают ответ от учреждения образования, где они собираются сдавать тестирование, оплачивают регистрационный взнос для участия в тестировании, абитуриенту нужно в обязательном порядке прийти в пункт регистрации для того, чтобы забрать пропуск для участия в централизованном тестировании. В случае, если абитуриент пропуск не забирает, он не будет допущен для участия в ЦТ. Забрать пропуск лучше не позднее 3 дней с момента регистрации. Таким образом, можно избежать и очереди, и затраченного на ожидание времени. Ведь чем ближе к концу регистрации, тем больше человек приходит в комиссию. В 2019 году в Солигорске на ЦТ было зарегистрировано порядка 2800 человек. В этом году подали заявки уже более 600. Абитуриентам призываю быть максимально внимательным, максимально изучить ту памятку, которую публикует РИКС на своем сайте, все пошагово выполнить, прийти к нам, забрать свои пропуска. Ну и желаю успехов в будущем централизованном тестировании.